И очередной скандал вокруг американского президента. Во время встречи с конгрессменами в Белом доме Дональд Трамп якобы заявил о том, что США не нужны мигранты из вонючих дыр. Так он охарактеризовал Гаити, Сальвадор и страны Африки. Слова Трампа немедленно процитировали все мировые СМИ. В ООН подобное высказывание назвали шокирующим, позорным, расистским. Ботсвана даже вызвала для объяснения американского посла. Тем временем сам Трамп утверждает, что ничего подобного он не произносил, но при этом он признает, что его речь действительно была жесткой.